«Мой Дадыра» – новый спектакль Самарского театра «Кукол» ставили особо тщательно. Артисты и режиссер говорят, сказка Чуковского – это и их светлое воспоминание о детстве, беззаботном и хулиганистом. Ну а постановка – хороший повод немного пошалить и, конечно же, порадовать детей. «Советов много не буду давать, ведь я же не умытый. Вот приходите на наш спектакль, когда умоюсь, тогда и дам хороший совет». Спектакль поставили максимально близко к тексту. Его действие режиссер перенес в бурные 20-е годы прошлого века, когда и была написана сказка. Сцены разворачиваются на белоснежной эстраде, оформленной в эстетике тех лет. Декорации и кукол создал художник из питерского малого театра «Кукол». Музыка, джазовые вставки и интерпретации популярных мотивов тех лет. Единственное изменение – авторская трактовка главного персонажа. «Мой Дадыр огромен и страшен. Он занимает всю сцену». Все из детства. Это одна из моих любимых вещей была в детстве, причем не только у меня, но, я думаю, и у моих родителей, и у бабушек и дедушек. Но она просто классная, она же экшеновая такая. Детворе спектакль пришелся по душе. Ребята смеялись и громко обсуждали происходящее. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.